Уборку наледи с дорог продолжают городские службы благоустройства. Сегодня на линию вышли 48 спецмашин и 41 рабочий. Какие улицы Хабаровска сейчас они расчищают, расскажем далее. Сегодня впервые за зиму на улицу Семашко вышла тяжелая техника. Ранее здесь чистили только щетками. Городские службы приехали сюда по жалобам жителей. Однако хабаровчане не освободили проезжую часть от своих машин. Это мешает работе автогрейдера и тяжелого погрузчика. Мы выходим, еще раз повторюсь, на периферию. То есть дополнительная администрация города заключена муниципальные контракты. По 2 миллиона, это на каждый район города на неразграниченной территории, то есть это относится больше к проездам, к таким, которые не имеют названия, однако они являются подъездными путями. Но несмотря на разворот на периферию и улицы, которые еще ни разу не чистили за зиму, городские службы продолжают убирать снег с главных дорог Хабаровска. Сегодня очистили автобусную полосу на Краснореченской. Пробивали полосу для движения, снег не увозился, а просто сдвигался. То есть произошло в некоторых участках небольшое заужение. Сейчас, чтобы довести параметры дороги до необходимых, снег приходится вывозить. Работа кропотливая, долгая. В планах переулок Бассейны, улица Юнгов, дублеры по улице Краснореченской и так далее. За 3 месяца с улиц города уже вывезено почти 50 тысяч кубов снега. Это примерно 2500 КАМАЗов. Максим Ванаков, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Вновь обращаемся к автолюбителям Хабаровска. Следите, пожалуйста, за объявлениями мэрии об уборке конкретных улиц и не паркуйте там свои машины на проезжей части на время работ по благоустройству.